Сейчас мы займемся с вами гимнастикой червячка. Я ее так назвал. Это гимнастика, которая дает возможность, чтобы начали работать те мышцы, которые у нас спят. Надо, чтобы я заворачиваюсь сам, но лучше, чтобы вам кто-то помогал. Вот. И постараться вылезать из этого ковра. Не... О, хорошо. Вот. Вот. Все, вы очень сильно вспотеете. Будете... О. Как раз в это время участвуют те мышцы, которые обычно не участвуют. И чувствуешь, как разогрелся весь позвоночник, каждый позвонок в глубине. Это потрясающее упражнение, но ковер должен быть обязательно шерстяной. Это упражнение можно делать и при острых болях. Особенно оно хорошо помогает при хронических болях. Как в поясничном, в грудном, в шейном отделе позвоночника, в суставах происходит мощнейший разогрев. Начинается работа внутренних связок, внутренних мышц. Улучшается работа и кровообращение внутри позвонков. Попробуйте. Это упражнение действительно вам поможет. Хорошо делать это упражнение хотя бы раз в 2-3 дня. В идеале каждый день.